Всем привет на канале Fallout 87, мои дорогие любители нежити, зомбей, всяческих кишков и прочей чепухи под названием «Кровища и мясо». И сегодня у нас игра под названием Dead Effect, то есть мертвый эффект или эффект мертвеца, или мертвых, ну в общем не важно. Давайте начнем играть. У нас, собственно, история будет. Эта игра у нас просто стрелялочка коридорная, но не суть да важно. А давайте, ребятки, для разнообразия выберем, допустим, Джейн Фьюри. Так, будет у нас девушка такая. У нас прям мощная такая, прям стрелять будет всех из своей пушки-колотушки. Ну, в общем, средняя сложность игры, и продолжаем. Что-то завывание на наушниках немножко громковато, но если что, мы музычку-то поурежем в звуке, в уровне. Так, ну вот, собственно, у нас... Ага, проверка тканей и жизненных функций, ошибка. Ага, нано-обработка. Ага, то есть мы отломали крышку. Получается, очнулись, и мы на каком-то там корабле. Так, это наши руки. Так, да, ребята, немножко громковато. Надо немного убавить аудио. Давайте эдак вот так все аудионастройки у нас убавим. То есть уже более-менее... приемлемо. Так, ну что говорить, что вам сказать? Похоже очень начало на и фильм, получается, Пандорум. Тоже там чувак у нас очнулся на корабле, на котором уже произошла какая-то катастрофа. Так, что это у нас такое? А, это мы типа лечимся, все понятно. Или нас это сканирует ли? Ну, выпустите меня отсюда. О, выпустили. Так, использовать лифт. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ох ты, ни хрена себе. Так, это мы фонарик включили. Отлично. Так. Так, это мы бегать можем. Отлично. Так, чтобы использовать, нажмите пробел. Давайте нажмем пробел и сможем спуститься. А интересно, прыгать ли мы можем? Ох ты, нифига себе, сразу схода в карьер. Здесь у нас трупаки валялись. Ух ты. Это что было сейчас? Это вот эта вот хрень звук издала, что ли, хотите сказать. Так, ну и что, это у нас первое оружие наше. Это у нас электроналадонник какой-то. То есть так вот. Вот так вот мы можем шокировать наших зомбей. Это не есть хорошо. То есть оружие самое говененькое, самое отстойное. Ну и все, в принципе, понятно. А это что у нас? А, 500 баксов. Прикиньте, мы здесь деньги можем найти. Так, давайте по-быстрому побежим, откроем и посмотрим, где наши зомбяки. Ух ты, ни хрена себе. И что это было? Ладно, не суть важно, давайте посмотрим. Так, прыгнуть мы здесь не можем. Так, а почему мы так медленно движемся, непонятно. Так, использовать. Давайте вниз спускаться, смотреть. Что? Ёлы-палы. То есть какую-то бабу доедают три мужика. Прям доедают, обгладывают. Разорвали ее на части, так что нужно их вырубить. Ну иди сюда. Вот так. Ух ты, блин, а что у нас оружие-то? Действуй. Вот, отлично. Все. Так, найти пистолет. Нам нужно срочно, ребята, найти пистолет, иначе нам каюк. Потому что без пистолета это жопа. Вот, ну наконец-то у нас есть пистолет, с помощью которого мы можем отличненько стрелять. Чтобы перезарядиться, естественно, R, чтобы перезарядиться. Что у нас здесь? Так, то есть мы можем выбирать наше оружие, это круто. Так, так, патронов у нас походу нет. А, вот. Мы взяли патроны, и отличненько. У нас теперь темный коридор, пистолет и какая-то хрень типа... Отлично, бошка отлетела. Вот. Да, ну блин.
Короче, ух ты, какой красавец, получи. Так, а вы, блин, со всех сторон, что ли? Давай-ка мы тебе... девушки, 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 идите нафиг. О, отлично. Так, что у нас там? У пистолета патроны заканчиваются, и причем очень быстро заканчиваются. Так, используем, что у нас... Мужик, я немного завидую, что ты спишь, пока я тут жопу рву на работе. Ладно, больше маюсь от безделья, чем работаю. Но все-таки, ну, собственно, такая же работа, как у меня. Больше маюсь от безделья, чем работаю. Хотя это неправда, я пошутил. Так, ну, собственно, ничего тут важного. Просто записочки каких-то мужичков. Давайте посмотрим, что это мы сделали. О, тут красота. Давайте, наверное... Ай, зачем я закрыл? Ну, ладно. Надеюсь, это было правильно сделано. Так, здесь у нас все закрыто. А, нет, сюда мы можем пройти. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь в итоге. Так. Вон они. Ах, ты промазали. Блин, с расстояния он... Как... О, попали. Отлично, с расстояния... Попадать он все-таки может. Так, но не особо эффективно. Эй! Во, отличненько. Вжарили ему. Так, нам нужны патроны. Есть ли здесь патроны? И что это мы использовали? А, вон оно как. То есть это мы открыли какой-то шкафчик. И смогли взять бабки отсюда. Все ясно. Так, что у нас здесь еще есть интересного? Так, мы взяли патроны, но патроны не те, которые нам нужны. И это есть нехорошо. Так, и как же мне сюда перебраться? Так, проверить состояние корабля. Ну, видимо, нам сюда куда-то. Или нет? Да, вот патроны. Это хорошо, это радует. О! Мы взяли гранату. Офигеть. У нас есть граната, ребята. То есть мы можем гранатой уже кого-то пристрелить. Так, а здесь пройти, видимо, нельзя. Ладно, давайте выйдем отсюда обратно. Здесь мы, собственно, уже были. Где мы не были, ребят? Мы не были вот здесь. Давайте сюда сходим. Здесь у нас есть какая-то карточка опять с деньгами. Так, и какой-то хрень тут непонятно. Тут все закрыто, понятно. Выходим отсюда. Здесь у нас... Что у нас здесь? А, то есть нам, собственно, сюда и надо было идти, понятно. А мы тут что-то блуждать начали. Так, дайте мне пистолет мой. Вот так, с пистолетом все-таки интереснее. Идем дальше. Там вон чуваки кого-то дожирают. Блин, чуваки, вы что так быстро бегаете? Перезаряжайся скорее. Отлично. Прям... Ой, блин, он еще живой. Перезаряжай быстрее. Ух ты, ёлы-палы. Нас что, кто-то... Так, бросаем гранату. Умрите, сволочи. Давай, давай, давай. Последняя, отличненько. О, еще не последняя. То есть тут еще. Вот, получи. Так, музыка такая напряженная пошла. Прям для мега быстрого боя. Так, где наш пистолет? Мега пистолет. Так. А здесь что? Здесь ничего не видать. Значит, нам сюда. Открываем, проверяем комнату. В комнате есть лечилка. Давайте полечимся. Отлично, мы можем полечиться. Так, все, уже полечились. Нифига как быстро. Так. Ага. Ага, вон оно как. Так, ломаем опять какой-то... О, патроны. Покинуть помещение. Отлично. Так, ну покинули. Дальше что? Здесь никого. Видимо, нам туда. Бежим туда.
Что-то как-то быстро она совсем устает. Это наша девушка, которую мы выбрали. Так, патронов уже больше стало. Значит, и врагов будет здесь, видимо, больше. Так, где наш там? Где наш фонарь? Вот он, наш фонарь. Так, идем. Так, ну, естественно, чтобы включить. Ой, тут крики какие-то, шипения. Получи. Отличный выстрел. Так, ну здесь вроде ничего пока страшного нету. Тут у нас... Ага. То есть мы помещение для гиперсна. Так, мы проверили все, собственно, ну... Продолжить, видимо. То есть мы открыли достижение и смогли продолжить. То есть у нас фугасная граната, высоковольтная граната. У нас две гранаты есть, ребята. Есть пистолет и есть вот этот электрошокер. Ну, собственно, ничего такого прям. Модификации. Ага. Цена апгрейда. Ну, давайте проапгрейдимся. Пробиваемая способность. Время перезарядки. Точность попадания. Точность это нам надо. Время перезарядки. Ну, в принципе, давайте, наверное, все возьмем, на что у нас хватит. У нас хватило на все, мы все смогли взять. Так, оружие у нас... Ага, мы можем оружие, ребята, покупать, но что-то бабла тут много надо. Так, бонусы. Бонусы, модификации, экипировка. Ох ты. А, ну да, экипировка в смысле, понятно. Боеприпасы, так, фугасная граната. Так, у нас есть высоковольтные. Давайте вот. Ага. Нет, давайте купим. Ай, блин, зря мы одну продали. Ну ладно. Так, продать, купить, понятно. То есть мы можем между миссиями покупать и продавать какие-то товары, какую-то экипировку. Это уже радует, это уже интересно. Давайте смотреть, что у нас там дальше. Где у нас мясо, где у нас наши зомбаки. Любимые, которые все жрут, всех убивают направо и налево. Так, денежки, отлично, денежки, это здорово. Так, кого-то тут... О, у нас появился автомат, ребята. Ну, опять зомбаки, опять встают. Ох ты, или это не совсем автомат? Опа. Получите, фашисты, гранату. Отлично. Вот, как-то так. Отличненько, мы всех перестреляли. Или еще кто-то живой есть? Живых больше нет. Ну, с дробовиком-то, ребята, дело пойдет веселее, гораздо причем. О, еще не всех перестреляли? Получи. Ой, блин, а что у вас так столько много-то идет? Получите. Получи прямо в грудак тебе. И тебе еще. Ой, блин, что же у вас так много-то, ребята? Куда вы толпой такой? Держите меня, семеро. Ух ты, блин. Так, всех... А, тебя еще не добили. Получи. Отличненько. Всех как размазали. Кровища. Капец. Так, то есть есть помимо нас еще выжившие. Коридор, ну открывай, давай, давай. Несчастный случай, ни хрена себе несчастный случай, блин. Ай, бляха-муха, ты что ж меня так бьешь-то, чувак? Капец тут, блин, несчастный случай называется. Я что-то все патроны расстрелял. Так, где наш пистолет? Блин. Получи прямо в бошку. Хороший выстрел. Так, еще тут чувак бежит. И еще один выстрел. И все, в цель. Отлично. Идем дальше. Музыка нагнетающая пошла прям. Так, ломаем опять ящик. Патрончики, отлично. Патрончики нам нужны, патрончики для нас важны. Так, здесь еще один ящик. Ломаем его.
И еще патрончики для дробовичка. Это круто. Где наш дробовичок? Давайте перезарядимся. Так, сюда нам, видимо, не пройти. Здесь у нас тоже все заблокировано. Значит, выше или ниже поедем. Ага, то есть найди и активируй. Понятно. То есть, собственно, сюда нам опять надо идти. Здорово, ребята. Ух ты, нифига себе, подбежал. Засранец. Блин, чё ж вы... Ой, блин, кто там меня... Я-то не понял даже сразу, кто там меня пытается, бляха-муха. Чё ж ты не умираешь, это такое, ёлы-палы. Ну-ка, открывайте дверку. Ух ты, нифига вас там прёт. Целая команда. Не, с дробовиком, ребята, все-таки веселее, гораздо веселее. Ух ты, еще одна ползет. Да что ж ты так медленно перезаряжаешься-то? Вот так. Так, это все желающие отведать комиссарского тела или еще есть желающие? Еще есть желающие. Че же вас так много-то? Откуда они... А, они тут бесконечные, ребята. Ни хрена себе. Они тут бесконечные. Я-то тут думаю, что за хрень-то? Почему так происходит? Они тут бесконечные. Так, где наш пистолет? Так, кто-то стучится. Зомбис. Да, зомбис, зомбис. Мы уже и так поняли, что это здесь зомбис. Что-то мало патронов совсем у нас осталось. Давайте пока с пистолетом побегаем. Так, здесь у нас открыто. Ты что ж такой шустрый-то, зараза? Жаль, дробовиком нельзя всех сразу валить. Получи электрошоком тебя. Ах ты, бляха-муха. Патроны здесь, ребята, на вес золота. Ну давай, стреляй по нему, ёлы-палы. Ах ты, блин, это что было? Нас убили, что ли? Капец, ребята. Вот такая, что говорится, месиловка. Такс, ну, давайте, наверное, на этом первую ознакомительную серию мы закончим и продолжим в следующий раз. Кому нравятся зомби, кому нравятся кишки, мозги и все остальное, ставьте лайки, подписываемся на канал и комментируем видео. Всем спасибо, с вами был Фолыч, всем пока!